Открыть тебе, да? Как думаете, что это такое? Какие колеса? Что именно она тут подхавывает? То есть полноценные колеса, видите? Кот, который, видите, реально хавает. Спортпит, да? Пойдешь? Давай. Будешь еще? Так вот, ребятки, вопрос к вам, любители канала «Реальная качалка», как вы считаете, ну вот она, вот. Что это за колеса? Да что даже без кыс-кыс? Лупит он. Напишите в комментариях, как вы считаете именно, что это за спортпит. Вот вам сейчас хорошо видно очень. Какой это спортпит? Что она подхавает? Ну, пришла.
Да? Любишь? На вопрос того же, валерьянка это или нет, сразу скажу, что это не валерьянка, и не какая-нибудь трава типа дурмана, ну, кошачьего, нет, это конкретно спортпит, это без понтов, без ничего. Сразу предупреждаю, сразу говорю, самый обычный, простой спортпит. Все, ребятки, это канал Реальная Качалка, ставим лайки, подписываемся на наш канал, ждем новое видео, и не забудьте написать в комментариях, какой спортпит кушает мой кот. С таким удовольствием. Я же еще говорил вам раньше уже, что также он еще пьет протеин. Ну и выглядит, видите сами, да? Шикарно вообще, по-моему. И уши он какие, видите? Ушей нету, как у боксера. Да? Покажись. Морда. Покажись. Поэтому ставим лайки. Комментируем. У вас животные, если есть, что у вас они употребляют? Или кушают. Тоже интересно узнать. Всем пока-пока.